Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! Друзья, на данный момент мы находимся в Дубае. Я думаю, вы уже знаете, что мы остановились в районе Дубай-Марина, прилетели сюда за $470, потому что я каждое видео это вам говорю. Сегодня мы решили приехать на экскурсию в очень интересное место. Это Дубай Сафари Парк. Находится главный вход позади нас. Друзья, экскурсии сюда мы покупали, как всегда, на сайте Туристина Дубай. Ссылочки будут в описании. Очень выгодные цены. Оплачивайте в онлайне, получаете билеты на почту. Все очень максимально удобно. Так что рекомендую. А мы сейчас будем отправляться. Друзья, вкратце расскажу, что это за парк. Это огромный большой зоопарк в стиле сафари. Сафари, я думаю, многие, все должны знать, что это такое. В Африке, к примеру, сафари – это когда вас садят в машинку и возят по животным. Вы смотрите, как они живут в своей настоящей среде. Тут же все сделано максимально приближенно. Только, я не знаю, вроде бы там вольеры. То есть мы должны будем изначально посетить три зоны, как я понял, по отзывам этого парка. А потом в самом конце мы уже сядем в вагончик и прокатимся как по настоящему сафари. Так что, друзья, заранее поддержите нас лайком. Всем приятного просмотра. Погнали вместе с нами и посмотрим, что же нас будет здесь ждать. Зашли мы уже на территорию. Смотрите, такой вот главный вход. Там мы будем сканировать наши онлайн-билеты. И здесь уже... На входе нас приветствуют морские свинки. Смотрите, кушают салат. Смотрите, вот она карта этого сафари-парка. Получается, три зоны. African Village идет, потом Arabian Desert Safari, Explorer Village и Asian Village. Короче, вот тут будет сафари, я так понял, а это три зоны под зоопарк сделаны. Но я надеюсь, мы успеем за целый день это все обойти. Огромнейший парк очень. Да, территория реально большая. Огромный, да. Ой, здесь вон эти... Бабуины, бабун, вон. Бабуины. Так реально, бабун. Список, кстати, всех животных на каждую зону написано, смотрите. Везде олени там, медведи, птицы. Какой-то лунный медведь. Короче, я думаю, тут... Гиббон, вон, да, тут все, что надо. Да, все на целый день. А, гиены, как в «Короле льве». Территория парка настолько большая, что надо передвигаться из зоны в зону на таких вот, смотрите, паровозиках. Там был главный вход. И если мы не ошибаемся, здесь уже начинается первая зона. Пока что животных не видно, просто парк. Кстати, он очень зеленый, много пальм, растений, зелени, цветов. Для Дубая это, конечно, очень хорошо, потому что, я думаю, все знают, что тут с зеленью немножко проблема, так как Дубай построили прямо в пустыне. Мы решили, что все-таки мы начнем пешую прогулку, так как, если мы не ошибаемся, по карте находится уже первая зона. Смотрите, Adventure Valley тут. Ресторан Kids Farm и Arabian Village. Это все находится здесь. Это детская ферма и арабская село. Это первая зона. Арабиан сюда. Ну пошлите хоть куда-то уже. Очень сложно на самом деле сориентироваться, где что находится. Указатели вроде бы есть, но парк настолько большой, что мы здесь уже потерялись. Смотрите, подошли к вот этому стенду African Village. Скорее всего, это уже первая зона, потому что первая зона... Вроде бы самая ближняя африканская была. Какая-то беседка есть. Ну, давайте сюда зайдем. Надеюсь, мы уже попадем в начало этого парка. Есть такие вот зоны, чтобы освежиться, потому что на улице сегодня очень жарко. И мне кажется, мы сегодня сгорим. Вон животные уже. А, уже животные? Вон. Смотрите, вот уже первые животные. Походу, это реально уже африканская зона. Они, видите, не в клетках, а типа в таких вольерах, или как это правильно называется. То есть все огорожено, но самих клеток нету. Да, реально Бэмби бегают. Подписано, друзья, что это импала. Импала, если не ошибаюсь, это антилопа. Вот, там они прямо. Плохо их видно, конечно. Я думаю, на камере вообще вам почти не видно. Но это лучше, чем в клетке, я вам скажу. Потому что я зоопарки, честно говоря, не очень люблю. Так как дельфинарии и прочее. Для меня это как-то все дико и неприемлемо. Вот. Также в этом парке стоит указатель, что вы обязательно должны находиться в маске. А если маску не носите, то штраф 3000 дирхам. Смотрите, опять вход. Африканская деревня. Я так понял, здесь только это все начинается. А так, для разогрева просто сделали небольшой вольер и озеро, я не пойму, что там, какие-то лебеди. В африканской зоне, смотрите, у нас есть рептиль хаус, это, я так понял, террариум. Сейчас, наверное, зайдем сюда. Будем все по очереди
осматривать, потому что, мне кажется, мы даже за сегодня, возможно, все и не успеем посмотреть. Ну, такой вот террариум, смотрите, змеи. Тут у нас что, все попрятались, вон в уголке питон какой-то лежит. Много таких кабинок. Тут у нас пикок монитор. Вон, смотри, сверху. Так вот выглядит, спит. А что это? Да какой-то гекон. Ну или не гекон, хрен его, ящерица. Ящерица. Ну так смотри, у нее хвост такой. Огромная ящерица, да, с большим хвостом. Тут у нас тоже ящерица. Змею напоминает немного. Тут уже змея, которая напоминает манекен, смотрите. Как будто она игрушечная, не настоящая. То есть она вообще не двигается, лежит на месте. Маленькие черепашки идут. Дальше, смотрите, зевает. Очень смешно это и мило выглядит. Смотрите, это как будто бы сувенирных лавок. Я знаю, продают такие штучки, чтобы потом пугать там друг друга, кидать. Но он замер, вообще не подает признаков жизни. Может, это действительно сувенирные, не живые? Но тут уже подают признаки жизни. Только что двигался, я достал камеру, начал снимать и опять замер. Не, вот, смотрите. Чуть-чуть все-таки двигается, значит, я ошибался, это не сувенирное. А тут, смотрите, вроде бы никого нет, а не тут-то было. Змея спряталась прямо в песок, слилась с ним, и ее практически незаметно. Ну, а тут вообще жалкая картина. Такое чувство, что он не выжил, и смотрите, как его скрутило. Ну, в целом, террариум не маленький, но как в обычном зоопарке. То есть я был в террариумах не один раз, и я вам скажу, такой же самый, как и везде. Ну, пройтись посмотреть можно. Вот смотрите, какой жирненький, толстенький. Тоже спит, тоже устал. Вы посмотрите на эту здоровую мощь. Мне прямо стрёмно было бы оказаться рядом с ним в этой клетке. Он почти полклетки занял. Смотрите. Тоже скрутился и спит. Я не пойму даже, где голова. Вот, смотрите, какой. Такое чувство, что он хочет через стекло меня языком подлизнуть. Линяет. Да, и кожа с него облазит, я смотрю. Все. Он такой, ой, все, отстаньте. Да, от только подходят туристы, они либо замирают, либо просто уходят, прячутся где-то. Ну, вот этот, конечно, а вот смотрите, это огромная ящерица. Я думал, это крокодил сначала. Прям у него огромная клетка, прямо с лофт этими светильниками. Это все-таки не ящерица, это вараны. У нас была экскурсия, нам предлагали на Шри-Ланке тоже с варанами вместе, возле них точнее, поплавать. Но там они были намного больше, это прям такой младенец. Смотрите, здесь карта только зоны African Village. И насколько она большая, здесь и слоны, и антилопы, и гориллы, и львы. Мы только вот здесь были. Да, мы только в Reptile House, еще нам надо обойти очень много. Зашли на территорию в African Village, где прям такой, смотрите, купол из сетки, и тут птички летают, деревья, тоже вот речка есть, большая территория, можно подняться прямо туда на вершину, смотровая какая-то, мостик, сейчас будем разбираться, где тут самое интересное находится. Я вот только не пойму, что тут за животное. Тут здесь только птицы одни и все. Вот видишь, это ограждение, чтобы они не смогли вылететь. Специально клетка такая. Да. Блин, кстати, везде такие вот кондиционеры, смотрите, освежающие. Потому что на улице очень жарко, и по всей территории они прям расставлены на каждом метре почти. Да, тут птички, не знаю, правда, они везде летают, не там, где туристы. Ну, они прячутся, они боятся людей. Да, то есть и тут животные от туристов убегают. Да. Там вот, смотрите, корм, кормушка у них стоит, вон. Ну, тут же воробьи, по-моему, какие-то обычные, и ласточки. Поднялись наверх, смотрите, прямо над озером. Я не пойму, что это за утки. Я вообще в животных не разбираюсь, у меня по биологии, по-моему, 2 балла или 3 было. Может, у Руслана пятерка я была? Я не знаю, это не наше животное. Садись, 2. Это не наше животное. Отсюда, видите, открывается вид полностью на все это озеро. Есть мостик. Ну и везде летают птички. В основном они улетают от нас. Мы не успеваем даже разглядеть, как они выглядят и на что похожи. Везде декорации, смотрите, деревья. Очень со вкусом все сделано. И что самое интересное, этот парк еще был открыт 2 года назад, но почему-то его почти сразу закрыли, я читал. Потому что, скорее всего, животные не могли обитать в этой сфере, в этой жаре. И только в этом году, месяц назад, его возобновили полностью работу, сделали все как надо, чтобы тут животные не умирали.
И теперь мы одни из первопроходцев, так что очень интересно, что это как бы новый поинт для посещения в Дубае. Дальше у нас идет большая зона со слонами. Они все скучковались тоже вдали от туристов, чтобы не напрягаться. И там как раз кушают, смотрите, 4 слона. Хотя у них места много, смотрите, тут целый вольер. Но все они все равно в уголке. Тут пусто, вообще никого нету. Тут у нас, смотрите, вольер с гиенами. Вот одна прямо к нам подошла, не убегает. А вторая задницей к нам развернулась, думает, ну вас в баню. Тут у нас, друзья, вольер с леопардом, чита. Смотрите, леопард тоже вдалеке, там под деревом лежит. Вам, наверное, его не видно, лежит, спит в теньке. Также на территории есть еще такие вот самокаты. Смотрите, старт 3 дирхама через приложение, да, можно взять. Саша решил прокатиться, так как территория большая. Что, разблокировано. На русском даже, да? Руслана не умеет кататься, поэтому мы будем ходить пешком. Вот, водичка с вершин, талая вода. Да, это со снега, с альпийских гор. Да, прямо талая, собрана в бутылочку. Да, со снега. Он хоть рабочий? Так толкни получше. О, все. Или он рассчитан с ножкой? Мне кажется, у него лимитированная скорость на 5 км в час. Не работает? Ты заплатил деньги, чтобы ногой толкаться? Да. Вот так. Ну вот и все. Так и будем ездить. Тут у нас вольер с какими-то бабуинами. Смотрите, какие у них красные задницы. О, так уже заработало все. Не зря заплатил. Все-таки мы не ошиблись, смотрите, это были бабуины, мы с другой стороны к вольеру подошли, вон они ходят с красными попками. Тут у нас вольер с рогатыми животными. Напишите, кстати, в комментариях, что это, потому что мы не разбираемся. Он прям такие здоровые, тоже все в тенечке. Хорошо, что у них тенек везде есть, они бы тут на жаре с ума, наверное, сошли. Выходим мы уже из африканской зоны, я понимаю, что я отснял очень много материала именно здесь, а еще 3 зоны плюс само сафари. И мы решили, чтобы не растягивать это видео, чтобы вам не было так скучно смотреть, пойдем прямо сейчас на сафари, снимем и посетим самое интересное, а потом уже под конец оставшиеся 2 зоны вкратце пробежимся. Да и вообще, нежелательно, наверное, все спойлерить, чтобы вам было интереснее потом прийти сюда и своими глазами это все оценить и посмотреть. Смотрите, как здесь много фламинго, друзья. Мы только вчера говорили о Доминикане, о путевке в Доминикану. Вот она, друзья, перед нами. Красиво, конечно, камера растягивает, вам, наверное, плохо видно, но зрелище, конечно, здесь из приятных. Сели мы уже в паровозе и едем на сафари, на самое интересное. В итоге нас привезли в самое начало парка, смотрите, как этот трамвай выглядит. И тут у нас указатель «To Safari Depache». То есть здесь уже будет посадка в машинке на сафари. Тут у нас очередная очередь, смотрите, на таких вот машинках у нас будет сафари. Я не знаю, сколько там человек, по 15, наверное, да, в одну машинку? Но там зато есть кондиционеры, это удобно очень. Смотрите, сколько этих машинок. Вот эти машинки, смотрите, сразу же вы заезжаете за решетку, и там вода. Сели мы уже в машинку, все сидят по одному. И прямо сейчас уже начнется все это представление. Заезжаем мы уже через клетку, смотрите. И сразу же попадаем куда-то в воду. Тут аж 2 клетки. Руслана вот передо мной сидит. Так, тут у нас что-то похожее на павлинов, но это не павлины. А прямо, смотрите, 3 жирафа в тенечке под деревом присели, потому что жарко очень. Очень жаль, что они далеко от нас находятся. Я думал, они прямо будут возле машинки бегать. Хотя вот, по-моему, один будет поближе. Уже подъезжаем. Хотели показать бегемотов, но они в этот момент, как раз, когда мы подъехали, нырнули, и их не было видно. Тут у нас маленькие обезьянки, которые опасные, бабуины. Смотрите, как их много здесь. И все с красными задницами. Смотрите, как их много. Есть и маленькие, и большие. Смотрите, это страусы, по-моему, или кто это? Но они такие здоровенные, прям большущие. Вот, смотрите, какие бэмби. Так, тут у нас рогатые ориксы. Ориксы.
Тут у нас зебры. Жаль, что они очень далеко от нас. Офигеть, смотрите, львы прямо возле нас. Еще так смотрят на нас. Офигеть. Я, кстати, видел в Танзании, один мужик хотел сфоткаться как-то со львом. Умудрился выйти с машины, его реально лев съел, это его было последнее фото. Поэтому мы таким будем не будем заниматься. Облизывает лапы. Такие, как короли, тут вообще не боятся, прямо возле автобуса ходят, в отличие от других животных. Вот он идет прямо к нам. Будет нас сейчас отсюда прогонять. Красавчик. А вот носороги, смотрите. Тоже прямо возле машинки. Пять огромных носорогов. О, прилег прямо в грязь. Красавцы. Это они глиномесы, конечно. А вот и крокодилы. Аж два. Смотрите, какие. Один меньше, второй побольше. Не хотел бы я сейчас там оказаться и поплавать в этом озере. А вон еще один на суше сидит, провожающий. А вот и тигр, смотрите, правда он задницей к нам повернулся, лица мы его так и не увидели. Вот, с этой стороны их хорошо видно, смотрите, какие красавцы. Смотрите, какие красавцы, прямо возле нас, он так дышит часто, как будто мы его тут бесим своим присутствием. А вот и леопарды, лежат, отдыхают тоже в тенечке. Смотрите, какой прикольный фонтанчик из животных есть прямо на территории. Там вон и носороги, слон большой, и леопарды, черепаха. Очень интересно, в целом все понравилось, все тут классно сделано. Вот эти трамвайчики, которые вас подвозят. Понятно, что, конечно же, это сафари не такое, как в Африке, но нам оно очень понравилось. Я реально рекомендую сразу же, когда приедете, пойти на сафари, а потом уже в зоопарке. И у нас еще осталось, кстати, целых две зоны, которые мы не посетили, и мы реально поняли, что мы уже находились. И поэтому, друзья, эти две зоны мы не снимаем, а оставляем интригу, чтобы вы сюда приехали и сами насладились этим зоопарком и сафари-лендом. Мне очень понравилось, теперь я еще хочу в Африку, а настоящее сафари. Все, Руслана теперь хочет в Африку. Да, я хочу поехать и покататься там на сафари. Так что видите, как повлияло это сафари. Да. И, кстати, хочу вам сказать, что если вы сюда покупаете билеты, обязательно уточняйте, чтобы у вас в билет входило в стоимость именно это сафари, потому что здесь можно купить билеты просто в зоопарк, и это будет совершенно не то. Понятно, что здесь и зоопарк большой, три зоны, которые мы даже не все обошли, но обязательно берите только сафари и начинайте прямо с него. А если вам, друзья, понравилось это видео, обязательно поддержите нас лайком, напишите свои комментарии, как вам вообще эта атмосфера, и как вам зоопарк, как вам сафари. Я думаю, в целом должно понравиться всем. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее интересное видео. Я думаю, завтра с самого утра мы снимем вам полный обзор нашего отеля Stella Di Mare 5 звезд, так как мы вкратце бегло все показали, а завтра все покажем, расскажем, и эта информация будет полезна для тех, кто, возможно, собирается в этот отель. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующее интересное видео, получать уведомления. И до скорых встреч. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока. Пока.